Так, ну получается, проходили миссию с Хозией, где надо было поохотиться с ним на медведя. Сразу убил я этого медведя. И теперь подумываю о том, куда отвезти шкуру. В лагере, оказывается, она не нужна. Вот, она у нас нужна только охотнику. Где этот охотник, я что-то и не помню. Где-то был, где-то я видел. Вот он, охотник. Значит, надо до него ехать. Ну, посмотрим. Все-таки интересно. Так, это что? Конюшня. Ну и ладно. Так что поехали до охотника. Тоже интересно будет. Ну, все-таки не миссия, но надо съездить. И по лошадям. Что-то я так и не понял. Осталась у меня та лошадь. Первая. Допустим. Сейчас мы ее погрузим. И посмотреть, какая там прокачанная была. Там 3 уровня или 4 было. Так, по-моему, вот это. Нет? Ну-ка. Изучить. Теннессийская. Стандартная. Какая-то из них была наша. Вот, наверное, вот это. Я не помню уже. Изучить. Тоже теннессийская, рыжая. Ничего не прокачано. Что, наше все исчезло, лошадь получается. Старая бель. Скаковая. Ничего, короче, не прокачано. Вот это... Как оно называется-то? Доверие. Масть игреневая. Разгон, скорость. И это еще чья-то. Изучить. Старик. Ладно. На той, которую купили, на той и останемся тогда. А вон еще лошадь стоит. Еще две. Мисс Карен, как дела у вас? Пока неплохо, подумать только. Когда-то я была девицей, а теперь мне... Ух ты. Если кто-то заявится, будет стрелять, короче. Понятно. Тут еще лошади. Тоже не наши, наверное. Нел 2, Нел 2, Сабина, масть. Граф. Может, это датчевская лошадь. Альбина. Ну, какая мощная, элитная. Ну, это все датчевская белая, точно. Ладно. Погнали. Поедем до этого охотника. Первые 2 или 3 раза я пробовал играть, и, по-моему, я пропускал этот момент, что остаться с медведем. С Хозией, по-моему, в лагере возвращался. Но этот стреляет постоянно, он там находится, наверное. Не исчезнет никуда. Я думаю, пускай. Там то ли он по птицам стреляет, то ли что, я помню, останавливался один раз. Какой-то налет, какой-нибудь банды интересный. Меткого
глаза маловато, конечно. Может попробовать что-нибудь съесть. Так, провиант. Или курнуть. 20 сигарет. Первый раз покурил в РДР. Это что у нас? Указатель? Чего они стояли? Ладно. Бывает, что с такой телеги налет может быть. И где-то из-за углов, когда выскакивают. Пока вроде спокойно. Мне интересно вообще, что за охотник там. Сейчас доедем, посмотрим. Блин, долго ехать до него, и потом еще обратно до лагеря надо. Короче, самое главное — избавиться от туши и посмотреть, что он там продает. Какие-то костюмы должны быть крутые. Но для них, если не ошибаюсь, другие шкуры какие-то нужны. Кабана, там, волка, еще что-то. Тут, кстати говоря, какой-то город. Эмеральда Стейшн. Станция. Так, что там, далеко до него? Блядь, далеко. Так, а что там, какой-то хавчик есть, который лошадиный? Тоники, компоненты. Так, провиант. Зачем съесть? Надо лошади дать. Сейчас мы... А не, оно так быстро восстанавливается. Короче, на G гладить, успокаивать. Нормально. Так, где-то внизу охотник. Надо аккуратненько спуститься. Вон, ничего себе, оленина какая. Так, что-то ее
А вот привязать можно. Так, что-то он там бакланит, давай подойдем. Продать, купить. Ну-ка давай продать. Right, ну чё, продать, наверное, надо. Значит, он ее покупает. А чтобы сделать из нее, ее просто надо добыть. Boy, the things I can make with this. Оружейное масло. Ну, остальное все. Так, теперь купить. All made to measure. Блин, плохо субтитры не пишут. Вот комплекты. И тут капец, конечно, этих. Блин, по-уродски сделана, конечно, эта система. Горец. Это у нас чё? А это полный комплект. А, это у нас... Шкура андатры, бобра, барана, оленя, самца. Оленя в Апите. Ночной ковбой. Неплохо выглядит. Койот, пума. Черный медведь, волк, пантера, превосходная шкура лося, барсучья, отчаянный. Ну-ка, выглядит красиво все. Бобра опять, барана, волка, броненосца, козы, шкура вала, кроличья андатра, охотник за головами. Бизон, корова, так, вилорог, понятно, короче, ночь наступает, пастух. Трещотка. Бизон, призрак. Ух ты, прикольно. Ничего не написано, никаких характеристик. Чё это шмот дает? Следопыт. О, цвет от огня хорош. Вихрь смерти. Аллигатор. Ну, короче, аллигаторский набор. Егерь. Так, чего там? Койот, перо какое-то. Лось, койот, лиса, коза, белорог. Пума, индейка, пума, волк, коза, ловец снов. Трофейный олень. Охотник на медведя, вот что меня интересует. Что-то я могу приобрести. Не, ну вот это кайфово, хоть шапка будет. Купить надо, наверное.
получается. Чтобы остальное крафтить, нужно просто шкура бизона, быка, одна кабанья и две кроличьих. Вот. Ну, шапку-то можно взять. Во. Утепленная одежда, ну и пускай. Он просто одежду продает. Но там шкуры нужны тоже. Всякие разные. Так. Что-то я... Прям бесит меня, вот как вот это устроено. Че вот эти звездочки, нельзя список нормальный сделать? Ладно. Снаряжение. Испытания какие-то проходить. Бандит. Игрок. Что это вообще? Азартный игрок. Короче, у охотника много чего можно делать. Пока не очень понятно про эти испытания, что вообще, что к чему. Выживальщик. Че вот это? Ладно. Сёдло. И тоже шкуры всякие нужны. Предметы. О! Ну хоть что-то продает. Sure. Давай приманочку купим. Done. Короче, всего по чуть-чуть взял. Так, ну и что, я думаю, в лагерь, наверное, вернуться надо. Подожди, или у него тут похавать можно? Нет, вроде нельзя. Где там наша подкова? Поехали до подковы. Долгая дорога. Ну все, зато шкуру продал. Скрафтил себе. Так, почистить. А что, ну и чистить бесконечно может? И как чистота-то как проверяется? Вон, чистить и чистить. Печенька. Easy, girl. Все, погнали, я думаю. Кстати говоря, тут где-то олень был. Можно его хлопнуть. Где-то слыхать оленя. Ну,
мелкая дичь точно не интересна. Какой-нибудь крупный лагерь привести. Там вон что у нас. Так, что-то мужик какой-то. А кто он? Здорово. Короче, можно поспать здесь. Иногда мы должны верить людям, даже незнакомым, иначе всю жизнь проведем в одиночестве. Кто тебя знает, может, ты вор, убийца. Мои инстинкты говорят, что это не так. Да, я по глазам вижу, что ты хороший человек. Ну да. Я на днях тут ехал по окрестностям, решил съехать, срезать по чужому участку. Там вроде старая свиноферма. Так вот, очень милый мужчина и женщина, такие приветливые. Казалось бы, это хорошо. Они все говорили, что вид у меня усталый, и мне надо отдохнуть. Носили меня на обед. Да, я был усталый и голодный, но... Моё чутьё сказала нет, не знаю почему, я ему поверил. Короче, это как... После один человек меня предупредил, чтобы я держался подальше от того дома. Так что мне следует доверять своим инстинктам. И ещё я быстро управляюсь с пушкой. Это помогает в тех случаях. Дальше не дочитал. Ну ладно, засиделся тут. Отдыхай сколько нужно. Короче, это типа предупреждение какое-то про вот этот дом. Ладно, хрен с ним, с этим оленем или что там. Надо в лагерь ехать. Ночью как-то не очень охотится. О! Что это, лисы были? Блять, да почему она в эту сторону-то едет? Куда они, блять, растворились? Yeah.
попортил шкуру, точно. Да, блядь, стой. Хоть мясо какое привезем, блядь. Ну и курнуть. Или бухнуть. Открытый бурбон. Давай. А то с пустыми руками негоже в лагерь ехать. Все, и в лагерь. Утро, кстати, наступает. Погнали. Окей, girl. Там еще кто-то. Казалось. Посмеялся над шапкой, что ли, чуть не понял. Все, сейчас думаю в лагере и спать, а потом можно какую-нибудь миссию проходить. Ну давай, выручим, чё. Сейчас сдохнет Артур. Нужен тоник какой на здоровье. О, лекарство пить. Надо.
Интересно, поможет то, что я в лагерь приехал? Чуть не прибили лошадь, короче. Долг не надо мне, короче. Давай покормить. Пошли к Пирсону. Плохая туша. Ну что, жертвовать-то надо. Really. Thanks, мастер охотник один. А чё не написано, что хавчики? Три кроличьих шкурки в превосходном состоянии. Где-то водоем, наверное, должен быть. Ближайший это вот. Там, кстати, законники могут быть. Ну да ладно. Дружище, идите сюда, посмотрите. Посмотрите, друг мой, табак. Дар самой матушки природы. Как скажете. Я так считаю, зачем покупать табак, если можно заготовить его самому? Если что, тут еще много осталось. А я поеду, пожалуй. Вот черт. Спасибо. Наверное. Индейский табак. Ну, давай взять. Хотя можно и съесть, наверное. А где еще? Короче, надо пойти помыться.
быстренько. Че, мыться-то не собирается? Выносливость что-то потратилась. На плече-то все равно кровь осталась. Как ее смыть? Ты, блядь. Андатра. Плохая шкура. Короче, я так считаю, катиться надо в лагерь обратно. Мистеру Пирсону отдать? А, вот ты где. Ага. Все уже было здесь, он это все давно знал. Мистер Миллер. Где там этот хрыч? Тушка Андатра, забирай. Шкура забирай. Изготовление предметы. Ладно, забирай все это барахло, короче. Че это? Короче, я так считаю, надо спать. Валиться. Может, потом он почищенный будет. Ты, блядь. Thank you.
че, по-моему, все равно грязный. И почему-то у меня сохранения не работают.